Всем привет! Сегодня новая подборка товаров для мужиков. Надеюсь, что-то полезное для себя найдете. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых роликах. А в конце, как всегда, конкурс с денежным призом. Отменный гамак-палатка, сделанный из стерлина. Такая ткань высокопрочная и износостойкая. Гамак послужит долго. Выдерживает гамак вес до 150 кг. И в принципе туда могут поместиться даже два человека. В разобранном виде размер 260 на 90 сантиметров. В комплекте 10 метров стропы для подвешивания и резинка оттяжки для москитной сетки. Молнии в нем двухсторонние, для удобного входа и выхода из этой конструкции. Гамак несколько водопылезащищен, однако для надежности лучше использовать под навесом. В сложенном состоянии помещается в мешок размерами 35 на 47 сантиметров. Цена 2455 рублей и около 100 продаж. 15 поплавков светлячков для ночной рыбалки. Поскольку это химический источник света, они одноразовые. Хорошая коробочка для светлячков, также есть переходники. Светлячки держатся продолжительное время, а если их еще надламывать, то могут продержаться и сутки. На ночную рыбалку точно хватит. Крепятся на леску к обычному поплавку они очень просто. Стоят всего 75 рублей и более 2000 продаж. Маленькая водонепроницаемая экстренная капсула для хранения очень важных и маленьких вещей. Самое то для десятка стандартных таблеток. Контейнер сделан из алюминиевого сплава. Внутри есть прокладка для герметичности. Есть 7 различных цветов. Если вы хотите какой-либо определенный из них, необходимо поговорить с продавцом. Цена 30 рублей и более 1000 продаж. Спортивный бинт для запястья. Реальная длина бинтов 275 см. Ткань толстая, сделана из хлопковой смеси. Если удар не сильный, то по средней жесткости груши или подушки можно бить в бинтах без шингертов или перчаток. Петля для пальца прикреплена посередине ширины ленты, что не совсем удобно в начале намотки. Сама петля довольно маленькая, что стоит учесть. Бинты не сильно тянутся, имеется 6 различных цветовых решений. Цена 160 рублей. Рожково-накидной ключ с трещоткой на рожке. Размеры от 8 и до 17 мм. Работа трещотки такая, какую от нее ожидаешь. Не надо каждый поворот ключа его переставлять, это происходит автоматически. Механизм сделан хорошо, не заедает. Нужно иметь в виду, что трещотка работает только в одном направлении. Цена варьируется от 600 и до 1120 рублей и более 200 продаж. Цифровой уклономер. Данное устройство используется для измерения относительных углов плюс-минус 180 градусов. В нижней части устройства находятся магниты, которые позволяют прикрепить его к фрезе или же столу. Корпус сделан из алюминиевого сплава. Можно настроить автоматическое отключение через 5 минут использования. Батарея крона в комплекте не предусматривается. Чтобы поставить батарею, надо открутить 4 винтика на тыльной стороне. В комплекте идет маленькая отвертка. Легко перенастраивается и сбрасывается на заводские настройки. Цена 1540 рублей и более 100 продаж. Пластиковая бутылка объемом 600 мл. Есть органайзер для таблеток на каждый день недели. На каждый день отдельное отделение под таблетки. Бутылка стильная, красивая и удобная. А главное, герметичная. Весит 200 грамм, размеры 23 на 7,5 сантиметра. В наличии 5 различных цветов. Цена от 445 и до 460 рублей. Светящийся порошок в пакетиках. Для такого найдется огромное количество различных применений. Всякая бижутерия собственного производства. Можно добавлять в краску для стен, труб, потолков и прочих важных мест. После того, как зарядится на свету, светится очень ярко. Сам порошочек можно измельчить, он не каменный. Легко толчется в пыльцу и можно наносить на стены и прочие поверхности на обычной строительной ПВА. Есть 11 цветовых решений, цена 55 рублей и более 1000 продаж. Кольцо с вдетой посередине цепью. Кольцо отличное, качественное, не смотрится безвкусно. Черная имитация цепочки вращается по окружности. Само кольцо сделано из качественной стали. Кольцо увесистое и блестящее. Есть 3 вида цвета цепи и 7 различных размеров. От 6 и до 12 размера. Цена 30 рублей и около 2000 продаж.
Небольшая и красивая Bluetooth-колонка со всеми необходимыми функциями. Мощность 3 Вт, динамик достаточно громкий, басы соответствуют размерам. Подсветка не выключается. В комплекте AUX-кабель, провод зарядки и подарок. Картридер USB microSD. Радио тоже работает, однако необходимо настроить волну. При включении женский голос громко объявляет, что динамик включен и подключен Bluetooth. Когда увеличиваете громкость, пикает при самой большой громкости, опять же пикает громче. Можно слушать как по Bluetooth, так и с помощью карт памяти. Колонка выполнена очень хорошо, из качественного пластика в 5 разных цветах. Цена 550 рублей и более 1000 продаж. Стильный рюкзак. Рюкзак хорошо продуман, его размер позволяет очень многое в него положить. Вариантов ношения много, как рюкзак, как спортивную сумку в руках или же на плечо. При этом лямки очень круто и незаметно прячутся. Вся фурнитура отличного качества. Есть кармашек на молнии снаружи, внутри отделение на липучке. Есть два вида сумок по размеру 42 на 25 см и 48 на 27 см и 5 цветовых решений. Цена 1480 рублей и более 2000 продаж. Пазл Дуги, который может сломать ваш мозг. Сам пазл размерами 75,5 на 50,5 см в собранном состоянии. А вообще в нем 1000 элементов. Внутри коробки с запакованным пазлом есть огромный лист с рисунком пазла. Видимо, подсказка для сборки. Картонные подставки и мешочек из ткани с детальками самого пазла. Элементы пазла качественные и сзади имеют буквенную маркировку для подсказки. Также там есть инструкция на китайском и смесь для финального склеивания пазла. Цена 1660 рублей. Хороший складной нож грибника с щеточкой. Материал ножа 440-я сталь. Длина клинка 6,5 см. При длине всего ножа в 17,5 см. Весит нож 170 грамм. Сам нож очень удобный, немного изогнутый и заводская заточка достаточно острая. Щеточка необходима для чистки грибов на месте от земли и прочего мусора. Цена 1145 рублей. Многофункциональная электрическая точилка для ножей, ножниц или же отверток. Не точит первые 2 сантиметра от рукоятки ножа из-за технической особенности точилки. Нос ножа закругляет, если вам это не нужно, придется приноровиться. Абразивные камни конусные и маленькие. Мощность электрического мотора с лихвой хватает для заточки даже больших ножей. В комплекте идет инструкция на английском языке. Сама точилка маленькая, размером с небольшой заварочный чайник. Цена 1640 рублей и более 400 продаж. Наушники KZ-ED2. Сами уши тяжелые, металлические. Также в наборе шли запасные амбрюшюры различных размеров и полоска двухсторонней липучки для связывания наушников. Басы чувствуются, звук приятный, ничего не дребезжит. По звучанию хорошее, присутствует звукоизоляция. Сам провод легко гнется, резиновый. Стандартные амбрюшюры с красной меткой внутри среднего размера и более светлого оттенка, чем остальные. Цена 410 рублей и более 23 тысяч продаж. Быстро надувающийся диван-гамак. В нем с одной стороны есть отверстие для надува. Дома в небольшом пространстве надуть будет затруднительно, на улице будет хорошо. Ткань хоть и тонкая, но прочная, кошки не рвут. Выдерживает спокойно несколько больше, чем 100 кг веса, размером 240 на 70 см в надутом состоянии. Есть огромное количество расцветок. Цена варьируется от 880 до 1335 рублей и более 3000 продаж. Кейс для рыболовных снастей на 26 отделений. Разделитель можно ставить по своему усмотрению. Хоть и позиционируется как кейс для рыболовных принадлежностей, но под всякие болтики и гаечки для компьютера и лэптопов как раз самое то. Много отделений плюс дополнительные перегородки. Есть петелька для ремешка или же карабина. Размер 12 на 10 см. Цена 125 рублей и более 500 продаж. Термоусадочная трубка для аккумуляторов. Подходит для аккумуляторов модели 18650. Имеет кучу цветов, в комплекте сразу 10 штук. Размеры 72 на 30 мм. Качество замечательное, но лучше использовать фен, а не зажигалку. Цена 75 рублей и около 100 продаж. Черные велосипедные зимние перчатки. Выглядят замечательно и очень приятные на ощупь.
Для легкой минусовой погоды то, что нужно, но под водой все же несколько промокает. С сенсорным экраном не взаимодействует, пока совершенно сухие. Есть 4 размера от S и до XL, цена 1350 рублей. Легкие ветровки для рыбалки. Хорошее качество, как защита от солнца и небольшого ветра, очень даже неплохо. Есть большой выбор с рукавами, без них, с капюшоном и так далее. Большое количество размеров от M и до 4XL, цена 1330 рублей и более 200 продаж. Друзья, чтобы купить товары из видео со скидкой в 3%, нужно всего лишь воспользоваться кэшбэк-сервисом Letyshop. Кто не знает, Letyshop позволяет вернуть часть денег с каждой интернет-покупки и не переплачивать за рекламу этих товаров. Лично я пользуюсь уже давно и экономлю хорошие деньги. Также можно экономить и в других магазинах, как китайских, так и в магазинах вашего города, их более чем 900 штук. Чтобы узнать подробнее, переходите по ссылке в описании. А теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же Kiwi кошелька. Условия: поставить лайк, написать комментарий и быть подписанным на мой канал. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube канале. Все ссылки будут в описании.